Итак, всем привет. Заинтересовало меня это седло. Новое седло, вторая часть обзора. Хорошее типа седло. Ну как хорошее, красивое. Да, вот с дырочкой такой, удобное. Но один минус. Кто-то ездит, я не могу. Как вам сказать? Это full карбон. Но есть нормальные фирмы карбона, которые в инструкцию там шьют, что-то показывают. А есть вот такие фирмы. Цена одинаковая. У меня на обзоре было два карбоновых седла. Одно было с хорошей прослойкой, да, там класс мягкости второй, третий. Тут классы не писали, вообще ничего не писали. Просто написали полуретан, гель. Где он, я не знаю, потому что он вообще тут не гнется, ну, не прогибается абсолютно. Тут чисто просто карбон, обтянутый кожей. Не знаю, сейчас посмотрим. И производитель заявил 155 грамм вес, плюс-минус 10. По факту 120. То есть 30 грамм где-то пропало. Давайте разберемся где. Что касается самого карбона, это хороший материал. Он выдерживает жесткое давление, если на него давить. Но он слабый к ударам. Вот. Не знаю, давайте проверим. Обычно карбоновые велики разбиваются. Ну, тут хороший слой карбона, поэтому он не разбился. Но показалась слабина этого карбона. Видим, да, вот здесь при первой же катке у меня обнаружилась вот какая-то ерунда. Что касается всего остального, в принципе, тут достаточно листов карбона. Жесткий материал. Не ломается. То есть видно, здесь добротное количество положено карбона. Вот, но вот здесь вот что-то пошло не так. Вот. Поэтому это казалось седло так себе. Хорошо. Давайте посмотрим, что же здесь за гель. Есть ли вообще этот гель здесь? Ну, ткань весьма хорошая, вам скажу. Очень еле-еле прорезается. Не такое уж и плохое седло. Просто есть нюанс. Вот есть материал полуретан, наверное. Кто разбирается, поймет, кто не поймет. Исправьте. Вот, и все. Где тут гель? Я не знаю. Ну, вот кожа, типа. Где тут гель, я не знаю. Вот такая... Не знаю, что это. Полуретан, пенопласт, жвачка. Ну и там карбон. Все. Где прослойка геля, которые писали, что есть? Я не знаю, или что-то я не понимаю. В общем, кто понимает, объясните. Ну, что касается швов, вот тут они. В принципе, шов хороший. Мне его сложно даже прорезать. Единственный минус этого седла... Не скажу, что оно супер плохое, но вот почему здесь дало слабину, я не знаю. И где делись лишние 30 грамм, я тоже не знаю. По ниткам все шикарно, нитки до сих пор не рвутся. Вот даже тут пошел изгиб. И вот тут сложно порвать эти нитки. Вот я их только что разрезал. Тут клей и нитки. Вот, но здесь, там где рельсы прикреплены к седлу, очень тонкий слой карбона. Очень тонкий. Вот такое седло. Стоит $25. Жесткое для памперсов. Типа какой-то небольшой уплотнитель. Но... Наверное, я его не могу рекомендовать. Хотя по карбону все шикарно. Все крепко, все классно. Вы его не поломаете. Но вот здесь почему? Да вот трещину, я не знаю.
Я поскакал по ямах немного. И потом просто попробовал его так сделать. И оно откололось. А почему попробовал? Потому что здесь какие-то выемки появились. Мне стало интересно. Вот так вот. Ну, решайте сами. Надо вам это седло или не надо. На выброс.